Так, сейчас мы рассмотрим, как устроен монитор Samsung SyncMaster. Что у него внутри? Используем обычную отверточку. Для этого сейчас откручиваем 4 шурупа, которые находятся с обратной стороны монитора. Вот так это у нас получилось. Вот сама стойка, а вот монитор. Начинаем разбирать дальше. Для этого отключим провод 220 вольт, разъем и вывод и разъем с выхода видеосигнала. Вот так вот выглядит у нас монитор без шнуров всех. Вот такой вот. Сейчас мы его разберем. Для того, чтобы разобрать, нужно вот здесь вот отсоединить вот эту серебристую полоску от нашего основного корпуса. Сейчас я это сделаю. Пока на полу. Ну вот так вот с помощью отверточки я снял вот эту вот каемочку. Нужно быть осторожным. Вот здесь провод идет, который идет на панельку. Как видите, с кнопочками. Осторожно его не оборвать. Все, сейчас вытаскиваем монитор. Я показываю дальше с обратной стороны, как все устроено. Собственно говоря, вот я раскрыл. Как видите, вот эта вот задняя крышка у нас монитора Samsung. Это эта облицовочка с обратной стороны, а вот сам экран, жидкокристаллический монитор. Ну, собственно говоря, ничего тут интересного нету. Здесь плата. Вот, как видите, разъемы. Ну, все. На этом все. Кнопочка. Разъемы те, что идут. Вот еще разъемы, которые отключаются. Что еще показать? Интересного ничего нету. Здесь вот специальный слой, который именно позволяет передавать изображение. Так, ну а сейчас я даже попробую включить его в розетку, этот монитор в разобранном виде. Вам я, конечно, не советую этого делать. Итак, включаем розеточку. Смотрим на его работу. Так, как видите, вот появился сигнал. Проверьте сигнал. Все, вот так вот он работает в разобранном виде. Все.